другом. Сегодня будет небольшой обзор книги Джозефа Мерфи «Управляйте силой вашего подсознания». Все уроки Джозефа Мерфи в одной книге. Что об этой книге разговор пойдет? Я вот прочитал ее. Мы не знаем ничего практически, как управлять подсознанием и всем остальным сознанием своим. Мы можем с помощью него множество вещей делать. И все наши желания исполняет подсознание. Вот пройдемся. В общем-то, я быстрый обзор сделаю. А кому интересно, я найду эту книжку, ссылка в описании там. Но, может быть, конечно, не придется, но не найдется этой книги, которую я прочитал. Я брал ее в библиотеке. Но я думаю, если кому интересно, вы найдете ее, прочитаете. Вот. По главам. Познакомьтесь с вашим подсознанием. Психологический настрой подсознания друг. Что это значит? То, что мы должны осознать, что подсознание – это наш друг, с которым можно общаться. И вы не думаете то, что вы с ума сошли, а просто если вы начнете с ним общаться, она будет вам помогать, конечно, естественно. Загляните в свое подсознание. Что это значит? То, что мы должны заглядывать внутри себя, и внутри себя мы можем найти все свои ответы. Сады души. Сады души – это упражнение Мерфи, которое дает понять, что мы должны высаживать, придумать свой сад, в котором будет сажаться растения счастливые, в общем-то, такие. Ну, если вы хотите бы счастливо жить. Убедитесь, что все в вашей жизни хорошее и плохое создано вашей мыслью. Если вы мыслите негативно, то, естественно, у вас будут негативные мысли. И гнев. Это все к вам приходит. Вы гневаетесь на одного человека, на другого. Негативно относитесь. Если вы переосмыслите свое сознание и будете делать все наоборот, это очень сложно, конечно. Но я думаю, попробуйте. Я и с вами буду тоже пробовать. Глава 2. Долгожданная встреча с Божественным Источником внутри себя. Бог внутри вас, внутренняя мудрость или высший разум. Расслабление – важнейшее условие для встречи с внутренней мудростью. Опыт глубокого расслабления. Каждый расслабляется по-разному, и поэтому каждому придется либо включать там музыку, либо там шоу. Но главное, что мы должны куда-нибудь лечь, либо присесть. И то, что расслабленность тоже мы можем отличать. Расслабленность – это не выпивание там спиртного и все остальное. Мы должны просто расслабить свои мышцы, расслабить свое сознание. Вот о чем говорит Мерфи. А это мы должны спокойно себя провести в каком-то месте, в кресле, либо в кровати, с закрытыми глазами, под музыку, ну, разными. Методы релаксации. Сейчас посмотрим. 39-я страница. Я что-то
это то, что я говорил. Это методы вот как раз и есть. Надо спокойное дыхание. Либо сядьте, либо лячь. Либо встаньте. Прямо сделайте вдох через нос. Одновременно считая до 6, задержите дыхание на 3 счета, выдохни снова, считая до 6, опять задержите дыхание на 3 счета, дыхание так, пока не войдет в ритм этого дыхания. Вам уже не понадобится считать одновременно. Уйдет всякое напряжение, вы расслабитесь. Вот так. Восстановлено внутренней тишины, обретение подлинного покоя. Страница 43. Ну, мы тут уже, это сложно, потому что мы должны как бы мысли свои установить, что они как бы протекают, и мы смотрим за ними. Это то же самое, что вот следующее упражнение, охота за мыслями. Когда мы вроде расслабились так хорошо, что мы мысли видим, как и охотимся за ними, и за плохими мыслями мы можем охотиться, чтобы их не было. Вот так. Здесь и сейчас концентрирование. Это значит то, что мы должны жить не в будущем, не в прошлом, а в настоящем. И говорит о том, что уже как бы то, что произошло, хотите, чтобы произошло, но уже оно есть. Вот. Жить настоящим. Ну, то же самое, что я сейчас сказал. Откройте в себе источник внутренней мудрости. Сейчас посмотрим, что это. Некоторые вещи мне точно не запоминаются. Откройте все. Ну, тут перед сном упражнение, когда мы убираем свои мысли негативные, расслабиться, тревогу, беспокойство, убираем и смотрим внутрь себя, в общем-то. Следующее. Инструменты создания своей жизни номер один. Молитва от сердца. Каждый молится по-разному, но мы должны молиться, если мы молимся о том, что выздоровление, там, допустим, то не должны упоминать болезнь того человека. И это может на расстоянии делаться и вместе. Инструмент созидания своей жизни номер два. Конструктивная медитация. Конструктивная медитация. Сейчас один. Сейчас кратко посмотрим, что тут такое. Но тут уже представление то, что где-то мы можем находиться, закрывая глаза и расслабление. То, что мы приводим спокойствие в себе. Сила слова. Сила слова медитации. Это значит то, что как бы мы ни сказали, то и будет происходить. И когда мы медитируем, это применяется, в общем-то, словом, очень большая сила. И то, что мы сказали, может произойти на самом деле. Как давать команды подсознанию? Техника номер один. Работа с воображением. Практика визуализации. Это значит, что мы уже представляем, что будет происходить. И визуализация говорит о том, что, ну,
мы уже это получили, допустим, отработка техника визуализации, то же самое. Это мы будем отрабатывать, в общем-то, воображение, использование техники мысленное кино. Мысленное кино – это значит, вы представляете уже это, визуализируете, и как в кино, в принципе, идет сюжет, вы уже это на практике используете. Как давать команду подсознанию, технику, аффирмация, практика аффирмации. Ну что такое аффирмация, в принципе? Аффирмация – это когда мы даем подсознание, закладываем слова и команды, допустим, перед сном, там, чтобы она работала. Применять технику письменного позитивного утверждения. Также мы можем написать негативные свои расположения. А в следующем письме мы напишем, в общем-то, наоборот все. И посмотреть. Первое мы, в общем-то, уничтожаем письмо, а второе, которое хорошими мыслями, мы оставляем. Работа с подсознанием в полусонном состоянии. Когда в полусонном состоянии мы дремлем, это значит, мы можем в сознании давать команды, которые будут в дальнейшем использоваться. Но никогда не говорите команды негативные, говорите хорошие, если вы хотите, чтобы было у вас все хорошо. Божественный закон сна. Вечерний настрой на крепкий сон. Чтобы крепкий сон, мы должны все негативные мысли убрать, все свои тревоги убираем, и тогда мы сможем крепко заснуть. Задание подсознания на ночь. Мы прорабатываем слова, которые мы хотим, чтобы исполнились в дальнейшем. Желание наше, которое будет работать. И поэтому говорим перед сном то, что мы хотели бы, чтобы исполнилось в жизни после сна. Добрые пожелания самому себе перед сном. Это, в принципе, то же самое. Помечтайте перед сном. Помечтать мы можем об любом. И неважно то, что мы должны мечтать о том, что мы думаем, то, что это невозможно, но мы должны. Позитивный настрой – обязательное условие мечты. Как принять и начать ценить себя таким, как есть? Мы должны ценить себя таким, каким мы существовали, каким создан нас Бог. И неважно, каким мы сейчас. Если мы не начнем ценить себя, то и получится, что мы себя не особо любим. Как поставить себя на первое место в своей жизни? Надо. Это значит не то, чтобы мы самые главные во всем вселенной, все мы супер-пупер. Это значит то, что вы должны поставить перед собой, что вы самые первые, первые из первых. Вот в чем значит. Как создать новый образ самого себя? Мы должны прорабатывать то, что вы уже хотите изменить себя, там, допустим, мы худеть там или что-то такое подобное, но и мы уже должны представить, что вы уже так существовали, как вы ходите по магазину в другом образе, вот что. Тренировка, сосредоточение на позитивной мысли и образов. Мы должны тренироваться. Мы должны всегда позитивно мыслить. Если мы будем мыслить негативно и образы создавать в своем сознании негативные, то
то и получится, что у нас будет все плохо. Вот в чем вопрос. Что дальше? Практика извлечения позитивной возможности проблем. То, что если у нас негативно происходит негатив, то мы должны извлечь из этого позитив. Например, допустим, я сегодня не поехал там из-за того, что был дождь, но зато я там прочитал книгу. Вот, допустим, такое. Практика благодарности. Мы должны благодарить за то, что все хорошо у нас происходит. Вот так. Опережающая благодарность. Так, на это мы сейчас посмотрим. Точно не могу сказать вам, потому что... Так, опережающая. Подумайте о любом своем желании, представьте, что оно исполнится, задержите в этом состоянии, рассмотрите мысли, детально наслаждайтесь ими. Ну да, поблагодарить Бога, Вселенную, Мироздание, Высшую Силу за то, что ваше желание исполнится самым лучшим образом. Ну и в принципе, да. Избавьте от негативных внушений и установок, мешающих подсознанию работы на вас. Осознайте наши негативные убеждения и заметьте их на позитивные. Осознайте негативные установки и замены их на позитивные. Поставьте свой рассудок на страже нежелательных предположений и допущений. Отфильтруйте негативные предположения и допущения. Мы должны убирать негатива и предположения. Вот что это значит. Так, избавьте от влияния навязав вам негатив. И эти чужие отрицательные утверждения. Поставьте свой рассудок на страже нежелательных предположений и допущений. Отфильтруйте негативные предположения и допущения. Избавьте от влияния независимого вам негатива. Отсейте чужие отрицательные утверждения. Отрицательные утверждения мы должны отсеивать. Почему? Да потому что на нас все время говорят, вот ты так сделал, так по-другому, неправильно все. Ну, возможно, ты правильно сделал, вот. И надо просто подумать об этом. Формируй ты позитивное самопредположение. Отработка метода самопредположения для преодоления вспыльчивости, раздражительности. Мы не должны вызывать гнева, ничего такого. Мы пытаться должны быть настроенными, позитивные и все. Ваше оружие против отрицательных предположений. Научитесь прощать себя. Практику прощения самого себя. Прощение своих прошлых ошибок. Если мы когда-то ошибались, мы должны простить себя за это и исправлять эти ошибки, исправлять потихонечку. Практика прощения другого человека. Да, то, что сложно прощать других людей, но вы должны научитесь видеть в нем хорошее, допустим. Научились ли вы прощать? Верните себя утраченную гармонию. Избавление от страха и тревоги. Практика перепрограммирования страха. Перепрограммирование страха – это значит то, что мы должны избавиться от страха этого. Как это делать? Допустим, каким-то образом мы должны победить этот страх. А это что значит? Мы должны увидеть этот страх, в принципе, и перед страхом не должны, в общем-то, бояться то, что мы боимся. Основная техника преодоления любого страха. Вот эта техника сейчас я скажу. Это очень интересно, конечно, поэтому представьте здание аэропорта и ваше прибытие туда. Если обычно оно трудно, наполнено нервозностью, то сейчас представьте себя VIP-персона, которая чинно шествует по красной дорожке в отдельный зал, где можно в комфорте подождать приглашение на регистр, создать свой сценарий, идеальное ожидание посадки примерно любую роль, от рок-звезды до миллионера. Но это
такого, допустим, если вы боитесь самолета, идите через страх. Довели страха до абсурда. Отвлекитесь от страха, сосредоточьте внимание на чем-то другом. Преодоление страха с помощью переноса внимания. Это значит, мы должны о чем-то подумать другом совершенно. Не дать тревоге помешать вам. Устранить тревогу с помощью аффирмации. Но вы должны проговаривать словами, что это по-другому все будет происходить, не так, как вы думаете. Вот. Устранение тревоги, а правильное принятие решения. Избавление от вредных привычек и нежелательной модели поведения. Избавление от ментальных блоков. Так, 185 страница. Подумайте о том, чем вы хотели бы заниматься, вредной привычкой или нежелательным поведением. Например, если вы хотите избавиться от курения, может представить, что вместо этого вы дышите свежим воздухом или занимаетесь физкультурой. Пьете это свежевыжатый сок. Вот так примерно. Короче, 5 шагов для избавления от вредных привычек. Дальше. Замена ментального блока вредной привычки мысли о новых возможностях. Но это значит то, что вы можете заменить вредную привычку, что когда вы избавитесь от нее, вы другие возможности можете делать. Комбинированная техника для избавления негативных привычек. Так, это мы сейчас посмотрим. Расслабьтесь, успокойтесь, если есть возможность выполнить это упражнение перед сном или тогда, когда вы можете войти в полусонное дремотное состояние. Когда вам это удастся, повторяйте заранее подготовленную простую информацию, например, трезвость, реальность моей жизни, я счастлив и спокоен. Ну вот так примерно. Как подружиться с успехом? Проверка цели, подлинность метода, постановка вопроса. Визуализация достигнутой цели. Практика проверки мыслей на соответствие цели. Так, ну это, в принципе, сейчас мы просмотрим. 195. Как подружиться? Как мы мыслим, так и живем. Эта идея лежит в основе Джозефа Мерфи. Именно в наших мыслях, а также в установке убеждений, заложенном не только в сознании, но и в подсознании, определяется наш успех или успех, неуспех, удача, проигрыш, исполнение или невыполнение, желание благополучия или отсутствие его богатства и бедности, личное счастье или одиночество. В общем-то, для каждого успех свой, в принципе. И как мы себе представим, мы должны представлять о том, что у нас все получится. Вот в чем. Визуализировать достигнутые цели, это значит то, что мы уже представили, то, что это уже есть, и мы уже там находимся. Что дальше у нас есть? Помехи на пути, устраните помехи на пути к успеху, допустим. Мы никогда не должны думать о том, что у нас ничего не получится. Если мы говорим то, что ничего не получится, значит, у нас не получится действительно. Потому что подсознание, оно не выполняет любые команды. А когда мы говорим «не получится», значит, оно значит… Значит, что? Значит, мы убеждаем, что должно не получиться. Но мы должны говорить о том, что должно все получиться. Универсальное упражнение для достижения успеха в любой сфере жизни. Так, 209. Посмотрим, что там. Проконтролировать свои мысли и чувства, если есть сомнения или тревоги, или одолевает отрицательные эмоции, сразу же поменяйте установку с негативной на позитивную. В общем-то, вот так. Добейтесь успеха в профессии. Детские мечты. Детские мечты – это о том, каким
кем мы хотели стать, в принципе. Как найти свое предназначение? Ну, в принципе, мы должны проверить себя, чем больше всего мы любим. Устранение препятствий на пути карьерного роста. Так. Карьерный рост. Если вы считаете, что незаслуженно обойдены внимание, если карьера не складывается из-за какого-либо внешнего обстоятельства, то составьте список своих претензий. Пишите его и не торопясь, тщательно продумывая каждый пункт. После того, как список готов, посмотрите на него и подчеркните те пункты, где причина неудачи. Вы назовете себя, выпишите их на другой лист и на время отложите его. Чёрт, блин, ты испортил всё, нахуй. Придётся вырезать. Привлекайте деньги и будьте богатыми. Преграда на пути к богатству существует лишь в вашем сознании. Избавьтесь от них. По сравнению с сознанием богатого человека, деньги на себя. Я люблю деньги. То, что мы говорим, если деньги зло, вот они уходят от нас. Надо говорить, деньги добро, мы используем его для добра. Так. Мы должны радоваться чужому богатству. Не... А в общем-то это что значит? То, что мы не должны, грубо говоря, негативно относиться к тому, кто бы разбогател. Деньги – это благо, учиться отдавать, делиться, вы хозяин богатства. Искусственная жизнь среди людей, глава 15. Вы доступны счастью в личной жизни и среди обретения крепкого здоровья. Станьте вечно молодыми, живите долго, благоденствие, счастье, созидание, гармонию с миром, закон вашей жизни. В общем-то, что могу сказать? Эта книга вам поможет работать с сознанием. Она может говорить о том, как работает, какие упражнения нужно делать для этого. Мы можем также сделать себя богатыми с помощью себя. Мы сами создатели этого мира. Сознание на наше подсознание. Мы должны с ним работать, и оно работает на нас. Вот и все. Поэтому мы можем быть и здоровыми, и счастливыми, и богатыми только с помощью нашего подсознания. Когда мы будем с ним прорабатывать, все у нас получится. Ну ладно, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а я буду вам делать обзоры разных книг. Быстрые обзоры, медленные обзоры. И, в общем-то, в дальнейшем еще что-то мы будем показывать. До свидания.